Луна плюс Марси у них. Надо кувейти, походу, иначе у меня за 20 снесут просто. Надо прешер на Луну оказывать какой-то. Ну, кувей фака тоже впадло. Блять, такая верага, хотя на тиммейта вообще полагаться нельзя. Пиздец, стараюсь быть большим. Не, ну я столько въебал даблов просто, что... Надо смотреть по пикам. Против Чауса лучше не даблить. Луна, Марси могут снести за 20. Это база. У нас Питыч вроде с Жакира в топе. Они не должны нажираться, у них очень хорошая линия. Но на них напасть невозможно. Я надеюсь, они нормально постоят. Maybe я еще пару киллов с инстрайком сделаю. Будет четко. Посмотрим. Так, бин стоит правильный. Ну, тут тоже через саунд сыграет без рабы. Бля, как я не вижу, когда против пака вот так пачка становится. Ладно. Рэндж мой. Он въебал двух крипов. Все хорошо вышло, но обычно это хуево заканчивается. Он добивает рабой крипа, то его и сам донает. Ну как ты умираешь на ФБ? Ну это же невозможно на Джекира умереть. Вот так вот. Что ты делаешь? Вот они добивают крипов, лишь бы задонает. А, конечно, прикольно придумали, что если пак доджит тычку, его ресторят. Понимаешь. Сейчас сразу себе привезу и нулик, и стик, и перчаточку. Серьезно. Парни, он же снова не заблочен. Чего так линия стоит хуёво? Под вышкой просто хуярится еще. Конечно, он сразу мне обзор снимает. Какая смешная хуйня. Один от лузерун, гайс, хоп, один от лузерун. Подойди, блять, в прошлый раз он стрейфился крипам на ОХП. Пиздец, еще этот еблан в мид тэпнулся на пятаке кого-то хуя. Не трек ебанутый, просто все. Добавлю плейлист, причем в оба. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в стиме стартуют от 8000, тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market — покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. Ты банат? Это просто и банат. Это будь, это вообще не адекват. Захватывает, стоит просто. Понятно. Замутить. Бля, я уже чувствую, что он АФК встанет на ларке в этой игре. Я сейчас все понимал. Ты просто побежал сюда. Мне не интересно, брат. Может не говорить, мне не интересно. Что ты понимал? Мне не интересно. Кончено на пакет. Найс урон, да? Сайн. Ну, у меня тоже неплохой урон. Он на арбу успел прыгнуть? Он не успел на арбу прыгнуть, да, из байбека. Я не прав. И по на пакет тоже крыша еды, куда я поздравляю. Он надо спасаться. Че, может торшит купить? У него игры не будет. Он байбекнулся, но 0 творцев он ищет. Он сейчас колет, ребята, го смоук, инвокера, убьем вышку, откроем, вы меня заебали. Я встану на АФК, если вы этого не сделаете, суки ебаные. Да, тут Луна вышку хочет? А, я не хочу. Что-то на варке боится еще. Не атапает. Да, уходи. Бля. Хиткурер, да, из хиткурер. А, из пак на кипе.
Ну, кипи, гайс. Прикел. У меня чё, оршит чё будет? У меня оршит. Чё происходит? Нам так не получится. Хиготки, Нойс. Макси, БКБТ. Я сегодня встал. Торнадо дальше, может попаду. Торнадо дальше. Мека засчитала вроде, брат, так что. Добро, просто 250 было, то сняло. Блядь. Ёбище. Что вы здесь делаете? Чё у нас уёбок с Мидасом? Ладно. Давай, лобоёб, побегай за фаржами. Ни одного в итоге не убил. Ну, за двумя погонишься, как говорится. Ни одного не поймаешь. Не, я не хочу под курсу прилететь. Я надеялся, что дойду. I'm Ryan, kill this or shit. Хил. Блять, хил есть уже. Не доебаться. Это он должен трайнуть, но там пак, если подойдет, умереть не хочется вообще. Блинк купил, потому что к паку на ноге тяжело подойти. Подорчить просто, не вай мне блинк понадобится в этой игре. Что без блинка на локере, в принципе, играть Unreal почти всегда. У него Foxfire нет, что он делает вообще? Потому что не вопрос, кто сразу подойти. Не знаю. Да, парни, хуёво. Братан, а в чём проблема твоя? Братан, а в чём проблема? Войс, нажать искать Мираша на двём подъела, как тебе нажми. Я тебе кучу раз говорил, всем говорил и корил кучу раз. Это типа... Фак, мы просто 2 минуты Мираша насобираемся, но ты не в состоянии подойти. Ну ничего, наверное, моя ошибка, я потом тебе Войс отдельно завезу, не переживай. Я признаю, что это моя ошибка. Он, я Бион Шентер. А ничего, там с бабкой забей, это наша ошибка, мы инвокеры не заколывай. Забей, я просто не заколывай, всё бывает. А я где? Я не знаю, братан, да-да. Мы с тобой не колом. Это будет свой геймплей. Ну, блядь. Пать там верный шмот, это же герой. Сейчас со слотами убью. Не знаю, ты забей. Локер на фарме, мы выиграем. Локер просовал нам каточку. Учимся. Замут свинью на драконе. Благодарю за службу. Подожди, бро, он колет, понимаешь? Он колет. Тише. Тише, дракон колет. Подай спад, пацан, страйк, можно Мэггис убить. Да, вот это я. Почти попал, братан. Not on triangle, guys. Not on triangle. Go here, guys. Not on triangle, you know? And fire. Да, ну, я сюда, тут Марси была, я сюда форсат нажал, печенька сюда и ТП сюда, но мне ТП сбили. Просто конченый бежит вот сюда, да? Нормально вообще? А что сделать? Он просто бьет. Да весело, найс.
И Луна, если нет. Они без верно как будто слабенькие, ребят. Поревилит, блядь, эту белку ёбну. Или не ёбну. Кто-то чего сейчас нахуй. А уже далековато идти, если честно. Да, уже далеко как будто. Бля, они просто помешали, да. Бля. No BKB, in ranger, hello. Отмени, 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 куда, куда? Мы же убиваем. Или нет? А, не убиваем, походу. Блядь, я еще подставился. Питыч, ну куда ты улетаешь? Ну у тебя было, блядь, 80% хп. Что такое? Я не успел текст нажать. Ща бабка под твой ульт, под хекс сейчас мы ее убьем кого-то. Раша, наверное, просто мерзкая. А, киви, да. Дэмэджем. Ну, неплохо. Дэмэджем. И можно мне такого керри просто, а не хайпер ТС 6-8? Эвены просто титан без ранга протаскивает бомжара. Не бэбэкается, он лишённый. Даже Мидас не могу нажать подойти еще. А псы стоят везде просто, я не знаю. Ну я без бага, что мне делать? Ладно, барак сохранили. Лоу? Лоу? Хекс? Горош, 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 фастер, плиз. Гогейт, ортипи. Инвокер, ты будешь маршину забирать, нет? Да. Да, я хочу, мне верка нужна. Погнали, 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 погнали. Хорошо в топе, если шинокер. Да я знаю, что в топе. Типи, плиз, энгейт, типи, энгейт. Это самое бездетное чел. Ревильте кто-то? А. Take Aegis, faster, drop Midas, take Aegis. Берите на инвокер. Пусть берет, блять, чудище. Мне нужен рефри 25-й под файт next срочно. Блять. Охуеть, мусор, ебан. Я вообще БКБ, да, да, Егис отдал. А, значит, я трай не подефать, ребята, мне реф. Вот, я взорву луну. Нужно все вместе быть. Я боюсь, на меня курсу нажмут, игра закончится. Ну я убил луну, это все, что я смог сделать.
мене, звісно, цей тип на тройки верні поражає. У мене такого лично не було. Верно, моїй команді виграв. Да, это база, кстати. Бля, ну я в самом начале ещё сказал то, что он на ПК встанет на ВРке. Ну просто побежал, я ему отдал Аегис, он просто побежал в соло, умер дважды. Если бы он не умер, блядь, такой фрифайт был бы, это пиздец. Жестко, братан, Марси убил, хорош. Дальше-то чё? Тром падает. Ладно, после, ребят, такой страницы неудивительно, что вот это происходит на экране. Да не дай боже, сейчас с ним попадусь опять на ВРТ. Бля, сейчас я с ним попадусь, мы будем с разной тимой, он 30-0 ВС меня сыграет, как обычно. У меня вроде его нет. Надеюсь, у меня не начнется лустрика, это просто единичные случаи.